этой функции. И надеюсь, уважаемые коллеги, от наших с вами действий зависит, каким будет содружество независимых государств. Сплотивость этих действий зависит от нас с вами, от умения сплотиться, дружной и эффективной победы советского народа в Великой Отечественной войне. Хотел бы подчеркнуть, что Беларусь... 10-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это пункт первой повестки дня. В результате текст обращения и прием 3 апреля 2015 года в Кыргызской республике. Это не полезно, сильно.